вот креветочка полиняла, а ее собрат сразу же, видите, съедает ее хитин. То есть это, например, сожрет сейчас хитин этот, вот это сейчас окрепнет, сейчас кто-нибудь еще полиняет, она пойдет съест другой хитин. И, короче, они вот так вот восполняют друг друга. Вон, посмотрите, видите, там он на дне. Это все хитин, короче, лежит, их не старый панцирь. Сейчас посмотрим, может, еще кто-нибудь полиняет. О, топчет панцирь. Что-то они, короче, сегодня решили все полинять разом. Вот это называется синхронность линик. Ой. Синхронность линик. Если идет несинхронно, то получается высокий каннибализм. Потому что, когда они полиняют, они еще не могут никого сожрать. Только их могут сожрать, по сути. Вот. А когда они линяют все вместе, то, соответственно, каннибализм будет минимум. Кстати, кто там пишет в комментарии то, что купил уже новую камеру наконец? Ребят, я все деньги вкладываю сюда. И каждые 5-10 тысяч у меня на счету. Извините, но сюда уже вложено 600 тысяч. И это не потому, что я не могу себе позволить новую камеру купить. А потому что я не могу позволить эти деньги потратить на камеру, а не на фирму. Я себе джинсы только недавно купил. Я 3 месяца ходил, блядь, в рваных джинсах. Штаны себе только купил вот недавно новые. И то жена заставила. Я говорю, отдай мне лучше эти 2000 со штанов. Я лучше там куплю еще себе что-нибудь. Какую-нибудь эту херню для фирмы. Вот, но нет. Купила мне штаны. Так, ну чё, в принципе, никто пока линять больше не собирается. Вот. Пойдемте пока посмотрим, что еще. В общем, поменял сегодня воду вот этим товарищем, блядь. Как меня не меняй, все равно вода, блядь, вся эта мутная, короче. Но это из-за артемии, скорее всего. Так, температура воды 30 градусов. Вот, осушил аквариум. Буду завтра его наливать для этого, для чтобы самок пересадить. На днях они будут скидывать икру. Вот тоже ребятки плавают. Тут с 3 самок личинка. Но я думаю, опять же, 1030-то должно быть. Ну, собственно, таким вот макаром я сливаю воду с аквариума. И все. И туда в бассейн пошло. Накидал я им сетку. Ну, на самом деле, такое себе. Никто там на этой сетке не сидит. Нахер мне это не надо. Они вон там все на бортиках, на ящиках сидят. Вот. Вот пока я тут стою, очень много креветок кто полинял, никого не съели. Никого не сожрали. Так, у кого вам счет показать?
Что-то, наверное, больше нету полиняшек. Они быстро очень линяют, прям моментально. То есть сидят, потом хуяк, короче, все, уже полиняло. 2-3 секунды посидит, и все, пошла дальше, короче, это, плавать, гулять, уже окрепло. Ну, не 2-3 секунды, минуты, 2-3 им достаточно для того, чтобы более-менее окрепнуть и уже это, заниматься своими креветочными делами. Так. Ну, по-любому где-нибудь еще там линяет это, где-нибудь в глубине, там в дебрях. Потому что стоит одной полинять, и начинается у них вот это вот каталасия. Что подтверждается, то, что оленька все-таки под воздействием гормонов каких-то. Ну, чтобы синхронность происходила у всех, да, типа равномерный рост, вот это все. Все-таки гормоны какие-то выделяются для синхронности линик. Ладно, давайте, телефон садится. Удачи всем, пока.